за лучший эпизод номинации «Как это я был». Нам очень приятно видеть вас в таком большом зале. Это действительно, ну, я считаю, самый лучший зал в Казани, в «Синема 5». Нам помогли сделать премьеру именно в этом зале. Сегодня закрытый показ. Это не премьера. И особенно я обращаюсь к журналистам. Не писать премьеры, это закрытый показ. Мы хотим показать картину. У нас есть своя публика. Мы делали эту картину очень долго. Мы делали ее полтора года. На протяжении полторы лет было много разных ситуаций. Но, так скажем, мы смогли ее закончить. Мы ее доделали. И в этом большую помощь оказали очень много людей. В данном случае это Министерство культуры Республики Татарстан. Это Татфонбанк, Рустем Мусин нам оказал большую поддержку. Это Миляуша Лябибовна, это фонд социальных поддержек. Это Лейла Ринатовна Фазлиева, которая фактически вот тут прям выдернула ситуацию, когда казалось уже, мы ее можем не закончить. Вам отдельное спасибо, Лейла Ринатовна. И самое главное, огромное спасибо нашему президенту Рустему Нургалиевичу Минниханову, который поддержал нас финансово. Выделил нам основные деньги, чтобы мы могли закончить эту картину. И мы постарались все-таки сделать так, чтобы ну, то, что нам дали возможность, это было видно на экране. У нас у кинематографистов есть такая фраза, экран покажет, поэтому мы долго говорить не будем. Желаю приятного просмотра. Мы, конечно, очень сильно волнуемся, но я думаю, у нас дома публика нас поддержит. Спасибо большое. Есімі Байғал ұлан. Байғал. Sen mi Zafer'e? Eyde kuşu, türden uz. Kıstı bilar ölgürdü. Haydi hanım can, oturalım. Oturun bas. Geldim Galibcan. Но хотел бы еще поблагодарить людей, которых здесь нет по съемочной группе. Вот нет у нас Аида Гарифуллина, она любезно согласилась в конце фильма подарить свою мелодию. У нас композиторы, потом аранжировщик Марат Мухин, они, по-моему, не присутствуют здесь. Я бы им хотел тоже большое спасибо сказать. И вообще в съемочной группе огромное количество народу, и мы, наверное, скорее всего, кого-то забыли. У нас второй эшелон, это человек 40. Вот. Я им хотел сказать огромное спасибо, что они все-таки так благодарны и с честью сделали эту картину. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».